Всем доброго времени суток, с вами как всегда Хари Крипто. Сегодня мы рассмотрим такой крутой проект Etable в Telegram Warm Fairs Lab. Перед началом попрошу подписаться на наши телеграм-каналы по этим QR-кодам, а мы начинаем. 2024 год стал годом бесплатных раздач различных монет и дропов в Телеграме. Сейчас буквально каждый желающий может получить бесплатный токен без вложений. После ноткоина все загорелись идеей подобных тапалок. И сегодня к нам попала такая тапалка, как Warm Fairs Lab. Я лично такого дизайна крутого не встречал, еще ни в одной подобной игре Telegram. Тут нам нужно будет шлепать червя по заднице и фармить токены. Геймплей максимально крутой и простой, даже можно залипнуть, мне кажется, от таких звуков. За каждый шлепок мы будем получать персики, за которые и будет выдаваться аирдроп. В дальнейшем участникам предоставят возможность обменять добытые персики на токен, а их уже либо сразу продать и получить свои деньги, либо оставить и подождать, когда курс вырастет и вы сможете заработать еще больше. У команды проекта есть очень качественный сайт, на котором собрана вся подробная информация о проекте. Также предоставлена дорожная карта проекта на весь текущий год, который уже у них распланирован. Уже есть готовая NFT-коллекция на сайте OpenSea. Также в феврале этого года Warm Fairs заключил партнерство с Polygon Labs, официально став частью этой экосистемы. По мнению разработчиков, это соглашение откроет новые возможности для проекта. Ранее проект запускал компанию Warm Fairs с призовыми в $5000, стартовавшей на платформе Zelli. Также они вносят вклад в экологию нашей планеты, очищая пляжи и океан от загрязнений, за что им отдельный респект. Переходим по ссылке в комментариях под этим видео и запускаем бота. После чего первое, что мы видим, это червяка, которого нам нужно бить по попе, чтобы получить персики. Вначале вам предоставляется 500 тапов, тапы восстанавливаются один раз в секунду. В магазине Boost можно приобрести и прокачать улучшения за персики, максимальное количество тапов, ускоренное восстановление и получить большее количество слапов за каждый тап. Также в игре есть бесплатные бонусы, это Floppy Fish и Full Energy, которые появляются раз в день. Floppy Fish — это у нас мультитаппер, на который мы нажимаем, и у нас утраивается, ну как в ноткоине, в общем, утраивается, удесятеряются значения наших слапов. И Full Energy — это восстановление полной энергии. В игре есть таб-бот, работающий за нас. Каждые 8 часов накапливаются персики, которые можно получать, не тратя свое драгоценное время. Бот зарабатывает 60% от вашего уровня Ice Bucket. Уровень равен количеству персиков, получаемых в секунду. Каждый уровень плюс 1 персик. Ice Bucket мы прокачиваем во вкладке Boost после покупки бота. Бот стоит целых 3 миллиона персиков, тапанин заработать их будет непросто, даже используя бусты уйдет очень много времени, но разработчики добавили большое количество заданий. Собственно, перейдем к заданиям. Первыми мы можем сделать задания по типу подписки на Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, Discord и Telegram. Задания по классике делать не нужно, просто нажимаем выполнить, закрываем, клеймим наши персики. На старте у нас уже получается 1 миллион и 100 тысяч персиков за выполнение этих заданий. Далее рассмотрим задания потруднее. Например, задания по покупке валюты Warfur на $1 дают нам 500 тысяч персиков и миллион за покупку уже на $10. Вкладывать деньги или нет, подсказать не могу. Решать каждому нужно самостоятельно. Для кого-то 1 и 10 долларов — это небольшая сумма, но я бы считал, что вкладывать можно только то, что не страшно потерять. Но опять же, я профи, покажу вам, как заработать персики просто бесплатно. На видео вы можете увидеть, как это делается, ускорю вам видео, чтобы вы поняли, как это делать. Также хочу вас попросить подписаться на нашу группу «Лаборатория идей» в этой игре. Для этого вам нужно будет перейти по ссылке в комментариях к этому видео и поддержать наш проект.
Вот таким простым образом мы нафармили 20 миллионов персиков, и теперь мы можем приобрести и бота, и прокачать тапалку, ну или же просто оставить свои персики на выход токена. Проект действительно крутой, пользуйтесь моментом, пока не пофиксили эти баги с бесплатными персиками. Задание выполнять не нужно, туториал вы увидели в видосе, мне очень импонирует этот проект, жду от него хорошего аирдропа. Советую потратить 5-10 минут времени и сделать то, что я показал в видео. С вами была Хари Крипто, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наши телеграм-каналы, до новых встреч!